Доброе утро, друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня я расскажу вам о новой модельке из торговой марки Skechers. Это модель утепленная, рассчитана на легкую зиму от 0 до минус 15 градусов. Данная модель называется Skechers Benego Mid, цвет оливковый, ценник 6700 рублей. Размер я взял 43,5. Вверх здесь у нас состав 54% натуральной кожи, 34% полиуретана и немножко текстиля. То есть мыс у них получается из натуральной кожи, вот эта часть. Вот эти вставки тоже из натуральной кожи. Здесь текстиль используется. И здесь тоже полиуретан. Используется текстильный язык. Вот, значит, промежуточная подошва у них выполнена из материала Эва средней жесткости. Подметка местами выполнена из износостойкой резины. Вот эта часть выполнена из износостойкой резины. Черная. Довольно-таки симпатичная модель, повседневная, она чуть завышенная, чуть-чуть завышенная моделька. В этой модельке используется стилька Yoga Mat, технология Arch Fit. Кто-то просил, кстати, Arch Fit. Вот вам, ребята, сейчас посмотрим. Так, ребята, кто не знает, что такое технология Arch Fit и что она из себя представляет, это та же самая стилька Skechers Air Cooled Memory Foam, доработанная, но имеется супинатор. Называется он Yoga Mat Arch. Соответственно, он смягчает нагрузку именно на промежуточную часть стопы, вот на эту часть. Имеет небольшой подъем. То есть здесь с точки зрения анатомии все правильно сделано. Вот, поэтому сейчас мы их померим и посмотрим, как они будут по удобству и как будут смотреться на ноге. Утеплитель здесь, ну, небольшая овчинка. Не особо его много, поэтому это такая моделька, она больше на европейскую зиму. Что, ребят, мое мнение о данной модели. Данная модель очень комфортная, используется высокий супинатор, что тоже придает некую стабильность обуви и удобство, когда вы их носите. Вот. Амортизация здесь средняя, не скажу, что прям совсем прям супер, но средняя. Так как обувь спортивного стиля предназначена для города, в ней, в принципе, не нужна особо сильная амортизация, это же не беговая модель. Вот. Но в целом модель очень достойная, внешне они смотрятся довольно-таки симпатично, прилично. Всем, кому нравится casual стиль на повседневку, торговая марка Skechers, ребят, прошу, любите жаловать. Имеется, кстати, небольшая перфорация. Можно носить дождливую погоду. Промокать они, в принципе, не будут, так как они закрытые. А технология Arch Fit, она, да, она отрабатывает свое. Достойная моделька, достойная. Всем, кому понравилась данная моделька, приходим в магазин Спортмастер и покупаем ее. Еще раз ценник 6599. Модель называется Benago Mid, цвет оливковый. Размер, кстати, ребята, она идет размер в размер, поэтому можете брать четко размер свой, она вам подойдет. Они не маломерят. А на этом я, ребят, с вами прощаюсь. Желаю вам счастья, добра, хорошего настроения. Увидимся в следующих видео. Всем пока.